подарки. Я у Окхарта попрошу спонсорства. Завтрак, иди сюда! Привет, Ярослав. Михаил. Владимир. Это ты, где ты? Человек кино. Твою мать. Тебе еще 75 километров. Особо штативная травма. Ты еще и в фабрике. А чей черно-белый кад? Черно-белый кад у меня. Это все, что осталось. Жмем надежненько. Ты взял три куртки. Крафт, да. У меня Рафа дождевик, потом сухой вот это и теплая крафт зимняя. Я не знал, что ожидать. Потому что он запасливый. На всего остального по одной. Первый раз, кто взял больше шмоток, сейчас еще будем останавливаться. Открытая реклама Стелла. Конечно, будем останавливаться. Ну так поездом тільки тут їздити. Ну ми тут добре поїздимо. Молодці. Я об'їздив всі гори. Я ще в 98-му році з Греції перевіз такий горний велосипед, ага. То ще тут перший, ще нікого не було. Я ці всі гори, Боржаву, Синів Єрбозєва, Пікуй. Дуже гарно тут, тому і їздимо. Дуже, дуже багато об'їздив. Добре, вдачі вам. Дякую. І вам, дякую. Головне здоров'я. Дякую, дякую, вам також. Привет. Хряк. Сколько у нас сегодня километраж? 73. И набор высоты 2? Непривыкший кошмар. Mm-hmm.
Так и так, нормально. Ну, ну. Мене так колись вальнуло в зоопарку. Я єнотів знімав. Я загубив один. Одну на картку. Одній і тепер розданував. Не кормите, вот так вот надо подарить. Оп, и телефон у медведя появился. Говорит, сторис снимать буду. Экстрем ревал! Ролик разорвало, а внутри стало. Оська ролика в основном виновата, мужик. Давай, на, будешь кушать? Медведей кормили, на. Волков кормили сегодня. 5.15. Хорош, давай за ушком тебя. И все, потом едешь с ними на площадку. Это было тяжко, но мы выжили. Да мы еще не доехали никуда. Это самая легкая часть. А, ну ладно. Thank you.
такой? Да. Я знаю. Огонь, светло. Лёха себя снимает. Себя снимает. Молитва горячего чая.